Глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов прибыл в Петербург, чтобы поздравить коллег с профессиональным праздником. Сегодня мобильный отряд особого назначения ОМОН отмечает 30 лет со дня образования. В ДК имени Дзержинского на Полтавской улице прошла торжественная церемония, во время которой государственными наградами были удостоены 15 человек. В своей приветственной речи Золотов отметил, что ОМОН был сформирован в непростые для страны времена. Бойцам и офицерам приходилось доказывать свою необходимость и завоевывать авторитет среди сослуживцев. Немало испытаний выпало за это время на долю подразделения. Памятные события ноября 90-го года по освобождению заложников в исправительной колонии поселка Форносово, жаркая московская осень 93-го года, а после служба на Северном Кавказе, где личный состав петербургского ОМОН фактически безостановочно нес службу на протяжении 20 лет. Сегодня ОМОН также принимает участие в сложных операциях, обеспечивает безопасность граждан на массовых мероприятиях. Кроме того, в Петербурге мобильный отряд работает и на воде. Кстати, впервые силовиков на службу в акваториях привлекли именно в городе на Неве.